10 сосен, 10 кленов и 20 кустов пузыреплодника посадили члены общественной организации поддержки и помощи инвалидам в движении. К акции присоединились и волонтеры. Если мы любим свой город, если мы любим то, где мы живем, свою страну, то мы как-то вот позитивно и благотворительно участвуем. Организаторы экологической акции уверены, внешний вид города напрямую зависит от неравнодушия его жителей. Необходимо прививать любовь к родному краю с юного возраста. Это не первая подобная акция. Зеленые насаждения появились в разных уголках нашего округа, теперь и в Одинцово. Мы очень любим свой город, любим помогать. Вот, это безвозмездная помощь и, как сказать, трата своего времени не впустую. Вот сейчас начинаются каникулы, и мы вот с ребятами решили помочь, собраться. Алена впервые принимает участие в подобной акции. Для нее это большой опыт. Активная гражданская позиция людей с ограниченными возможностями здоровья никого не может оставить равнодушным. Маленькими шагами можно достичь больших целей. Именно этого принципа придерживаются организаторы экологической акции, помогая делать округ лучше. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».